А в национальном парке Таганай уже начали цвести подснежники. В этом году они взошли тоже раньше положенного времени. Специалисты связывают это с аномальной мягкой зимой и теплой весенней погодой, которая установилась в Челябинской области. Обычно, когда плохая погода, они прям такие все нераскрытые, закрываются. А тут прям вот сейчас чуть-чуть солнышко выглянет, и все, и они прям распустятся. Всего на территории нацпарка растут 5 видов ветрениц. Именно их посетители называют подснежниками, а среди них есть и краснокнижная ветреница уральская. Первые цветы сотрудники Таганая обнаружили еще 10 апреля, хотя обычно они распускаются немного позже, 15 апреля. Весна была теплая у нас, и зима была такая, не такая уж холодная, достаточно теплая, и снегу было достаточно много. Но вот дружная весна, набор вот этой вот теплоты, все-таки появление этих проталин, а ему достаточно, проталинка первая появилась, и он уже вылезает. Вот это как раз повлияло на срок всходов. В период обязательной самоизоляции Таганай закрыт для посетителей, но его сотрудники продолжают трудиться и наблюдать за растениями и животными нацпарка.